Девушка принесла домой котенка, рассчитывая, что старшая кошка его примет, но та прогнала кроху прочь. Целые сутки она не могла думать ни о чем другом. У Александры Байбородиной уже была любимая кошечка, но в мае месяце в семье появилась еще одна мурлыка. Девушка увидела в социальных сетях пост о двух котятах, которых кто-то подкинул в подъезд. Целые сутки она не могла думать ни о чем другом. Так сильно ей понравилась одна из малышек. В конце концов, Саша не выдержала и отправилась за котейкой. На тот момент одна из питомец уже уехала в свой новый дом, а вторая все еще ждала счастья. Саша везла домой кроху, предвкушая то, как обрадуется пополнению в семье ее старшая кошка Мия. Но, к огромному удивлению девушки, мурлыка была рассержена появлением новенькой. Она накинулась на котенка, загнала малышку в угол, а потом еще и обиделась на хозяйку за то, что она привела в дом вторую кошку. Первую ночь кроха спала, спрятавшись за шторой, но, к счастью, уже через сутки Мия сменила гнев на милость и все-таки решила познакомиться с младшей мурлыкой поближе. А потом парочка и вовсе подружилась, а Саша, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. Младшую кошечку девушка назвала Фурией, удивляясь тому, что смогла так сильно полюбить еще одно животное. В доме Александры больше никогда не бывает скучно. Ее питомицы развеяли скуку и никогда не позволяют хозяйке грустить.